Беглых преступников Илью Шигалева, Валентина Шмелева и Ольгу Михайлову задержали в 16 часов 16 минут. Они прятались в садоводческом товариществе в селе Румсиха Дальнеконстантиновского района. Для задержания была разработана спецоперация. В начале дня мы получили информацию от разведки, что обнаружены два следы, принадлежащие двум мужчинам и одной женщине. С этой целью была организована группировка, заблокировано село, начато прочесывание данного населенного пункта. И таким образом арестованы были выдавлены на засаду, которая находилась по периметру данного села. При задержании преступники были не в той одежде, в которой сбежали. С момента побега они успели обновить свой гардероб, грабили домики садоводов. Ловили беглецов неделю. Четверо осужденных сбежали в прошлый четверг во время этапирования в СИЗО в Ватском районе. Одного из них, Алексея Абашина, удалось задержать практически сразу. Остальных искали в усиленном режиме, проверяли все – леса, заброшенные лагеря, села и деревни. Сегодня было задействовано около 1000 сотрудников территориальных органов внутренних дел, внутренних войск и Нижегородской академии. Самое массированное мероприятие по отработке одного населенного пункта в Арзамасском районе проводили силами Нижегородской академии и внутренними войсками и приданными силами органов внутренних дел. По факту побега в полиции было возбуждено уголовное дело. Собственное уголовное дело по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий» возбудили в Следственном комитете. Старшему конвою, допустившему побег четырех рецидивистов, два дня назад было предъявлено обвинение. Предполагается, что он действовал умышленно. Еще двоих конвоиров отстранили от работы. В поиске преступников активно помогали жители, подчеркивают в управлении МВД. Хочу особо поблагодарить граждан за активную позицию. Было очень много звонков, все звонки немедленно регистрировались и оперативно отрабатывались. Для нас было принципиально важно реагировать на все. Сейчас задержанных беглецов допрашивают. Следователи устанавливают, где всю неделю скрывались сбежавшие, кто помогал им при побеге и действительно ли причастны к побегу полицейские. Алексей Александров и Максим Веселов. Объективно. ННТВ.